Полина – бездомная собака, но ее лицо сильно опухло. Сначала женщина, которая ее увидела, подумала, что ее ужалила пчела. После того, как она увидела, что собака ранена, она быстро позвонила и попросила организацию по спасению животных помочь ей. Спасатели быстро подъехали к месту, где находилась Полина. Когда они нашли ее, она все еще спотыкалась на улице, но было видно, что ей больно. Просто спасатели не могут видеть со стороны, из-за чего у нее распухло лицо. Они пытались накормить ее, чтобы завоевать ее доверие. Поскольку Полине было слишком больно и страшно, она очень сопротивлялась человеческому подходу. Спасатели успокаивали ее, пытались поднять и посадить в машину, пока она не обращала на это внимания. Один сотрудник держал еду, чтобы накормить ее, в то время как другой сотрудник держал одеяло и поднимали ее, пока она ела. Они отправили Полину в приют для животных и сначала выяснили причину отека на ее лице. После осмотра врача было обнаружено, что большая рана на ее горле воспалилась и нагноилась, а затем врач начал очищать и обрабатывать рану и дал ей несколько противовоспалительных препаратов. После того, как Полина продолжала так обращаться с ней в течение недели, отек на ее лице наконец исчез, и она стала веселой. Сейчас организм Полины полностью восстановился, и сотрудники приюта также активно ищут для нее новый дом, надеясь, что в будущем она будет жить счастливой жизнью. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.